ассамблеи, когда были очень митинг за совершенно великолепное предложение издать каталог, полный каталог нашей коллекции, коллекции Netsuke в нашем музее, одной из крупнейших коллекций в российском музее. И наша сотрудница, наш прекрасный специалист по японскому искусству Наталья Коневская взяла на себя труд написать этот каталог. Он, значит, почти готов, и я надеюсь, что с помощью, опять же, наших друзей из общества коллекционеров Netsuke страны СНГ скоро он увидит свет. Это действительно очень хорошее, красивое издание. Я провел некоторое время над его редактурой, и действительно, по-моему, получилось очень красивое. Я очень благодарен за организацию выставки нашему выставочному отделу, который за эти два с небольшим дня, когда устраивалась выставка, проделал гигантскую работу. Предмет очень маленький, достаточно трудно экспонировать, но, по-моему, это удалось. Зрелище вообще завораживающее. От витрины, где я представляю, без извинений, просто хочется уходить, и хочется долго-долго на них смотреть.